Когда звучит хороший струнный квартет, создается сказочная атмосфера. Звук двух скрипок, альта и виолончели переносит нас в мир гармонии и праздника. С давних пор многие светские торжества и вечеринки дополняют профессиональным квартетом. Ведь недаром квартетное исполнение остается одним из наиболее популярных видов украшения любого значимого события и по сей день. Особенно у людей с хорошим вкусом и чувством прекрасного. Потому как квартет – весьма универсальный ансамбль. Смотрите сами. Виолончель является самым низкозвучащим инструментом в квартете, но при этом обладает очень широким диапазоном и может как выполнять роль баса, основы, так и быть солирующим инструментом. Недаром великие композиторы всегда уделяли много внимания этому инструменту в своих произведениях. Впрочем, для квартета характерно, что все инструменты в нем могут быть солирующими, что вызывает немало шуток у самих музыкантов. Альт – не менее универсальный инструмент, так как способен, в хороших руках, разумеется, исполнить множество приемов и является настоящей серединой, сердцем квартета, потому что связывает тембральный и функционально верх и низ квартета. У второй скрипки одна из самых сложных задач. Она должна быть не лучше первой. При этом в ансамбле часто помогает объединиться первой скрипке и альту. На первую же скрипку ложится задача солиста и командира, ведь чаще всего первая скрипка исполняет мелодию, а основой музыкального формообразования служит именно мелодия, а не аккомпанемент. Поэтому яркая и уверенная игра примариуса, так называется первая скрипка в квартете, объединяет весь квартет в едином музыкальном движении. И это всегда слышно. Музыка – воплощение всех наших чувств, мечтаний, духовного и жизненного опыта. Музыка объединяет всех людей. Это универсальный язык общения для передачи энергии с положительным зарядом. Струнный квартет может быть идеальным генератором положительных эмоций, если каждый музыкант будет объединен со своими компаньонами энергетическими узами. Только в этом случае возникнет необходимое слитное звучание, которое создает неповторимую атмосферу единства слушателя и исполнителя. А сама музыка в этом смысле может быть практически любой. Несомненно, в первую очередь это классика. Именно в эпоху классицизма этот вид искусства приобрел полную силу. Гайден, Моцарт, Бетховен создали невероятное количество шедевральных квартетов. Романтика, авангард, неоклассика, современное искусство. Каждая эпоха внесла значительный вклад в развитие струнного квартета. Все великие композиторы сочиняли музыкальные произведения для этого состава. Особенно стоит отметить русскую композиторскую школу. Потрясающие квартеты Чайковского и Бородина наполнены таким глубоким, почти метафизическим чувством, что нравится любой публике. Сегодня эти авторы – одни из самых исполняемых во всем мире. Наши ансамбли исполняют музыку всех жанров и эпох, от Баха до современных джазовых и роковых композиций, а также саундтреки к известным фильмам. Наша компания объединяет не просто высококвалифицированных специалистов, а действительно талантливых музыкантов, которые горят идеей квартета. Это настоящие фанаты своего дела, и они обожают свою работу. Все они победители различных конкурсов и участники множества фестивалей. Каждый участник – музыкант с большим опытом выступлений. Мало того, все наши исполнители – невероятно красивые люди. Цель нашей компании – объединить талантливых и красивых людей, любящих квартет и ансамбль. Все мы – давние коллеги и друзья в жизни, поэтому этот проект получился как бы сам собой, со своими распорядками и обычаями, которые распространяются и на наши профессиональные принципы и отношения к клиентам и музыке.